Приветствую, друзья! С вами Булатцев Михаил, и мы продолжаем с вами наше обучение работы с Камтазией. И сегодня я хочу показать вам, как можно наложить звук или музыку на свое видео. Итак, открываем новый проект, я уже открыл. Выбираем импорт мультимедиа, добавляем видео, в которое мы хотим добавить аудиодорожку, и добавляем его на шкалу времени. Я выбрал запись с видеорегистратора и хочу сюда наложить дополнительно музыку. Снова возвращаюсь в файл «Импорт мультимедиа» и выбираю музыку, которую хочу наложить. Допустим, вот так вот. Музыка выделяется в Камтазии другим значком. Также на дорожке видео указываем курсором, нашим бегунком, в какое место нам установить наш музыкальный файл. Установили в начало. И теперь по музыкальному файлу также правой кнопкой мыши нажимаем, выбираем «Добавить на шкалу времени». И вот видим, добавился у нас музыкальный файл, дорожка ниже. И теперь они будут идти у нас видео с музыкой одновременно. Проверяем. Видим, все отлично. И на этом еще не все. Допустим, вы накладываете звук, музыкальное сопровождение на видео, где вы говорите, что-то рассказываете. И звук музыки нужно немного убавить. Для этого нажимаем левой кнопкой мыши по нашей звуковой дорожке и выбираем сверху вкладка «Аудио». Для удобства можно немного увеличить, перетянув за вот эту вот линию, увеличить временную дорожку. Итак, мы выбрали нашу звуковую дорожку, и нам необходимо уменьшить громкость ее. Повторяюсь, выбираем кнопку «Аудио», и у нас есть такие кнопки «Уменьшить», «Увеличить», «Нарастание», «Затухание». Итак, нам необходимо сделать музыку тише, поэтому нажимаем кнопку «Уменьшить громкость». Уменьшаете и проверяете, комфортная громкость или нет. Нажимаем снова «Проиграть видео». Заметили, что музыка стала тише. Еще что можно сделать? Допустим, чтобы музыка начиналась у нас с нарастанием. Не сразу громко, а постепенно. Для этого, для удобства, увеличим шкалу времени. Передвинем курсор на начало. И, перетащив красный маркер на требуемое количество времени, допустим, вот на одну секунду, мы нажимаем кнопку нарастания. И получается то, что звук у нас будет начинаться по нарастающей. Не сразу громко, а по нарастающей. Проверяем. Обратили внимание на это. Очень удобно делать такое нарастание в начале дорожки и затухание в конце. В конце видеофайла, когда музыка у вас заканчивается, вы делаете затухание. Желаю удачи в обучении. До встречи в следующих уроках. С вами был Булатцев Михаил. Пока-пока.